Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал AlexMon Classic Games. И я продолжаю живой летсплей по игре Need for Speed Pro Street для консоли компании Sony PlayStation 2 PAL региона. Русская версия в озвучке Николая Фоменко. Погнали. Итак, продолжаем. Нам остался последний шаг на пути к Рэю Кригеру, королю гриппа. Продолжаем карьеру. Только знаете, ребята, вспоминая предыдущую серию, такое ощущение, что я боролся не столько с соперниками, сколько со своей машиной. Поэтому я хочу первым делом ее немножко перенастроить. Где она у меня? Вот моя Эва. То есть Mitsubishi Lancer Evolution 10. То есть немножко перенастроим ее и поедем дальше. Давайте все-таки сделаем амортизаторы по центру. Ну и все прочее по центру. Клиренс также. Давление маленько уменьшим, конечно же. Ну, вот вы более ровненько сделаем, точнее. Потому что мы здесь сделали вот эти фазы, я тоже убавлю, как и впрыск закиси азота. Передачи сделаю покороче. Шестую вообще можно коротенькую сделать, вот так вот. Здесь, по-моему, сильно максималка не понадобится в этом уикенде, который мы сейчас будем проходить. И главную пару сделаю посередине. Так, тормоза. Тоже вот поближе к серединке сделаю. Вот так вот. Обновляем конфигурацию и поехали дальше. Автосохранение. Угу. Так, карта. Перемещаемся снова в G-Effect. Только уже, получается, в третий. Вот G-Effect Mandalay Park мы прошли в прошлой серии. G-Effect Texas Oral Speedway прошли. И вот на очереди G-Effect Willow Springs. Знаменитый Willow Springs. Пожелайте мне удачи. И я начинаю один из самых сложных уикендов в этой игре. Давай, Эва. Вся надежда на тебя. Ну и на меня, как на водителя, конечно же. То есть на Райана Купера. Большой риск, большие расходы. Снимаю шляпу. Райан Купер произвел настоящий фурор на гонках Reactive Sessions и привлек к себе внимание серьезных ребят. У меня есть кое-какие основания полагать, что скоро он будет играть по-крупному в знаменитых гонках GFX. Так уже, Николай. И я совершенно уверен, что сегодня все мы увидим... Так, секунду. Да, черт, слушай, я на гонках, пардон. Да, ладно, это не важно. Итак, о чем тут я... Так, что еще я хотел сказать? Ага, вот что. Если кого-то интересуют комментарии всех поездов GFX, то на нашем официальном веб-сайте опубликованы записи в формате MP3. Загружайте и слушайте, если умеете. И до финиша сегодняшних заездов еще очень далеко, так что даже не думайте расходиться. Роджер Ивенс, GFX. До встречи через 10 минут. Это, обратите внимание, у меня 25 жетонов ремонта. Это максимум. Больше вам их не дадут, так же, как и жетонов полного ремонта. Но у меня их пока 16. Да, ребята, я выбираю вот этот уикенд, точнее, вот этот заезд участки. Видите, такой со своеобразной конфигурацией. И почему я его хочу пройти в первую очередь? Потому что, ну, по памяти прошлых лет, вот он всегда доставлял больше всего проблем мне. И если я его пройду, то и остальные тоже пройду. Так что давайте с него и начнем. Выкатываем Evo 10 и погнали. В соревнованиях этого стиля трасса делится на 4 участка, я напоминаю. Гонщик, побивший предыдущий рекорд каждого участка, получает очки в зависимости от того, насколько он превзошел старое время.
За установку новых рекордов на всех участках начисляются дополнительные очки. Побеждает тот, кто наберет больше всего очков. Вот против меня Хендрик Ден на Audi S4, Гевин Мэй на Ford Escort RS Cosworth и Руди Чен, самый опытный гонщик на Porsche 911 Turbo. Я его вообще считаю чуть ли не правой рукой короля гриппа Рэя Кригера, потому что он нам, в общем, даст прикурить. И что характерно, смотрите, в третьем уикенде, который непосредственно перед королем гриппа стоит, G-Effect, вот, и все ребята именно из его команды, из Grip Runners. Итак, сейчас начнется то, ради чего все мы здесь собрались. Вот он, Руди Чен. Самый опасный соперник здесь. Да, сигнал уже подан, это старт, и заезд начался. Черт. Смотрите-ка, вы это видите? Авария в первом повороте. В первом повороте у нас авария. Ну что ж, не повезло парню. И эта машина уже точно никуда не поедет. Мне не осталось ни одной целой детали. Это, ребята, меня подвел аналоговый стик. Его опять надо разработать маленько, потому что машину уводило в сторону. Так, начинаем заново. Ладно, потратим жетон. Я знаю этого парня, весьма талантливый гонщик из Grip Runners. Одно могу сказать точно. Этот парень будет всерьез бороться за победу. И у него есть все шансы ее добыть. И вот он сам, гонщик из Grip Runners. Смотрите-ка. Все, вроде прямо едем, хорошо. Так, побил. Не хватило, тут постоянно не хватает, я заметил. Так что пока я просто-напросто выдержусь. Ребят, кажется, маленько получше стала управляемость после настройки. Уже не таскает так. Так, мой участок. То в прошлой серии реально тяжело было. Господа и дамы, скажу я вот что. Парни меня откровенно удивил, да. Заезд получается весьма любопытным. Так, не успел, ну ладно. Еще два круга. Видите-ка, а вот и Райан Купер. Он только что завершил первый круг. Впрочем, у него еще много кругов. Нехорошо. Конечно же, не хватило, потому что вылетел. Тихо. Опять не хватило. Черт, на первом месте, конечно же, Руди Чен. Не побил. Третье место пока что. Не повезло парню. Хорошо, блин. Опять не побил, так. Что, в общем-то, неудивительно. Ну, а у нас последний решающий круг. Так, побил. Последний круг уже близок к завершению, а их больше по-прежнему нет. Такой-то, знаете, участок камень. Камень преткновения. Нет. Последний круг. Представляете, насколько
Последний круг. Ладно. А, нет, все уже. Второе место. Ладно, ничего страшного. Если не хватит, переиграем. Видите, легкие повреждения были. Такие более значительные. И сняли маленько очков. И 3300 долларов бан за второе место. Ладно, будем считать, что это ZF позади. И, конечно, среди всех новичков G-Effect особенно я хочу отметить Райана Купера. Он здесь совсем недавно, но уже успел показать зубы маститым ветеранам. Соревнование обещает быть напряженным, и посмотрим, достоин ли Купер нашего внимания. Итак, напоминаю еще раз, сейчас выступает... Ну что, готов? Готов он там? Ага, понял. Извините, пока он еще у нас не готов, так что подождем пару минут. Это же возьмем только грипп. Сегодня на гонках G-Effect собрался весь цвет мирового грипп-рейсинга, но, к сожалению, без проблем не обошлось. Некоторые участники совсем недавно лишились прав, и, говоря по правде, вообще не должны были появляться здесь. Но комитет пошел им навстречу. И именно поэтому сегодняшние заезды обещают быть очень интересными. Вернемся к гонкам. Ну а сейчас у нас музыкальная пауза. Наш диджей уже за пультом, ну а я напротив немножко передохну. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой. Увидимся через 10 минут. Да, на поврежденном автомобиле. Как я уже говорил, если автомобиль уже поврежден, лучше его не ремонтируйте. Потому что очки снимают за повреждения только в том заезде, где вы, собственно говоря, эти повреждения нанесли машине. Если вы с этими повреждениями переходите на следующий заезд, то уже не учитывается. Так, все готово. Мне передали, что все уже готово к старту. Честно говоря, участников так много, что предсказать результат я бы не взялся. Николай, у нас... Вот и сигнал с начала заезда. Николай, у нас версия PlayStation 2, участников немного. Так это то же самое? У нас первый поворот, а Райан Купер уже лидирует. То же самое, только это грипп обычный, стандартный. Это будет совсем непросто. Ну это будет совсем непросто. Вроде Чен, не пускаем его. Просто хочу пройти эти два камня преткновения, вот эти заезды, и потом не думать об этом. Тихо-тихо, не пускаем его. Не знаю, то ли надо было клиренс повысить, почему он скребет-то, видите, искры летят на большой скорости. А, черт. Так, секундочку, а кажется, в последнем повороте что-то происходит. Да, там что-то есть. Очень недоволен таким поворотом. Красивые солнечные блики, мне вообще очень нравится эта версия. Тихо-тихо-тихо. Ах ты, блин. Ну что, борьба набирает обороты. И разрабатывать план предстоящей атаки. Блин. Это уменьшает его шансы на победу. Команда игры Пралер. Забитишь всего лишь полкруга. Я не знаю, что там происходит, но в этом повороте явно что-то неприятное. Я бы сказал, они еще легко отделались. Угу.
он жужжит под духом, блин. Прям напрягает. Ты знаешь, что он сзади. Фу. Ребята, это было нечто. Давай, клетчатый флаг уже совсем близко. Фу, как я говорю, Руди Чен очень опасный соперник. В некотором роде он правая рука самого короля гриппа Рэя Кригера. И, видимо, его миссия не допустить дуэли, мои дуэли с королем. Все чисто, 5500 долларов в банк. Вот так поворот. Райан Купер сделал Гэри на Б. Боюсь, что для Гриппрана сегодня не самый лучший день. Рэй Кригер славится не только мастерством, но и крайне дурным характером. И в любом случае мы поздравляем Райана Купера. Он просто молодец. Простите, минуту. Спасибо, Николай. Спасибо. Убавь что-то громкость. Итак, друзья, продолжаем разговор. И между прочим, сегодняшний уикенд GFX напомнил мне о старых добрых временах. Как тогда выглядели гонки? Никаких официальных разрешений, 63 трейсеров, фургон с телевидения и целое звено полицейских вертолетов, представляете? И между прочим, это было совсем недавно. Понятно. Участки. Мы уже проходили участки, но сейчас уже другая конфигурация трассы будет. Кстати, нелегкая, потому что там будет много поворотов. Состав участников тот же. Поехали. Дамы и господа, поприветствуем представителя команды Гриппрана. Так, сегодня нас ждет поистине экстраординарный грипп-рейс, скажу я вам. Да, сигнал скоро, это старт, не заезд учетно. Тихо. Секундочку, да у нас остаются проблемы с первым поворотом. Мне не повредил машину, да, не повезло парню. Не сыпь соль на рану, Николая. Одного очка не хватило, блин. Господа и дамы, скажу я вот что. Пришлось мне пересмотреть собственную сумму. Заезд получается весьма любопытный. Так, мой участок. Пустите. Так, мой участок. Форд Эскорт, Косворт едет. Да блин, собака такая. Ну что, первый круг еще не завершен. Расстановка сил постоянно меняется. И больше не отваливается на пальцы. Тихо. Мой участок хорошо. Да, в последнем повороте снова не обошлось без аварии. Так, мой участок побили, там я смотрю один. Так, я побил, хорошо. Хватило маленько. Тихо, тяжелые повреждения. Это уменьшает его шансы на победу. Походу я в этой серии снова борюсь с автомобилем. Последний круг. Среди него представители команды Гриппрана.
приветствовать нашего победителя, как только он... Тихо. Типа там опасность, спуск. Тихо. Не, ребят, не получается. Максимум второе место. Возможно, придется возвращаться на какой-то из заездов. Нифига себе, все. Ребята, замечательно. Все-таки первое место у меня. Я вырвал его. Хоть я не все участки побил, но по сумме набранных очков. Допустим, когда вы побиваете один и тот же участок, вам же снова очки начисляются и начисляются при этом. Ну вот так, можно сказать, и выиграл. Фу, блин. Мне, честно говоря, слова путаются, потому что я в шоке. Кстати, Гейвин считает, что обязан своим успехом в первую очередь большому опыту скоростных погонь. Ну, конечно же, не в роли полицейского. Согласитесь, после такого экстрима легальные гонки кажутся попросту детским лепетом. Гейвин, запомните, это очень серьезный соперник. И да, извините, простите, в чем дело? Да, ладно. Итак, это было превосходное начало очередного уикенда G-Effect, на который собрались лучшие гонщики лучших команд. Сейчас. Популярность нашего мероприятия растет с каждым годом. И должен вам признаться, леди джентльмены, даже мне пора отдохнуть. С вами Роджер Иванс, комментатор G-Effect. Увидимся через 10 минут. Все, ребята, очень сильно перед вами извиняюсь. Камера бывает не хочет фокусироваться, приходится ее перезагружать. Я надеюсь, предыдущий заезд, который мы прошли, ну вот этот заезд, не сильно был расфокусирован. Потому что там была такая классная победа. Так, вот тяжелые повреждения, пожалуй, устраню, ребята. У меня 25 жетонов. Как говорится, тратить не хочу. Ну, конечно, надо знать меру все равно. Не 13 же тысяч 580 долларов тратить на ремонт. Жетоны, все. Итак, давайте вот этот заезд на время пройдем. Заезд на время в гонках этого стиля побеждает тот, кто покажет лучшее время круга в течение нескольких кругов. Поскольку все участники выступают одновременно, эти состязания сопряжены с некоторым риском. Все те же. Ребята из Grip Runners. Я с удовольствием отмечу, что сегодня с нами гонщик из команды Grip Runners. Я с нетерпением жду его выступления. Думаю, да нет, я уверен, что скоро вы меня поймете. И вот он сам, гонщик после Велиспирс, смотрите-ка! Мой рекорд. Не, настройка машины определенно на пользу пошла. Гораздо лучше я чувствую управление, чем в прошлой серии. Многие гонщики только-только начинают ловить собственный ритм,
Шикарная его бортанул, конечно. Мой рекорд улучшен. Едь вперед. Блин, он побил мой рекорд, зараза такая. Ну ладно, второе место. Говорю, если не хватит, вернемся к какому-нибудь из заездов. Я говорю, этот Руди Чен. Сегодня мы видели уже немало замечательных заездов, но самое интересное, как всегда, впереди. Кстати, а как там Райан Купер? О, Купер себе на уме. Деньги. Он сосредоточен и целеустремлен. И это приносит плоды. И сейчас я хочу... Да, простите. Так, на чем мы остановились? Ну что ж, дамы и господа, кто из вас мечтает прокатиться по этой трассе? А? Я так и думал. Ну что же, участники жизни тоже мечтают об этом. И представляете, сегодня они реализовали свою мечту. Ну, кстати, кое-кто оказался слишком нетерпелив и решил опробовать трассу. В общем, приступаем к стандартным гриф-заездам. Их два. Здесь правила просты. Никаких фор и скидок. Каждый выступает на своей машине. Побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту. Классический кольцевой заезд. Я хочу музыку прибавить. Не каркай, Фоменко, ты что? Без аварии ведь не обойдется. Эти минуты тоже прибавим, кстати. Все-таки непонятно, почему Mitsubishi такая неустойчивая, если она полноприводная. Я знаю этого парня, весьма талантливый гонщик и перепродан. Одно могу сказать точно, этот парень будет серьезно бороться за победу. У него есть все шансы ее добыть. Отлично, Райан Купер, просто отлично. Так что пока я просто на самом деле держусь.
Первый круг позади, а он уже вырвался в лидеры. Вроде Чен. Я тебя навсегда запомню. И твой Porsche 911 Turbo серебристый. Если кусочек на такой скорости отлетит и пойдет в лоб, все. Кирдык. Бороться хочешь? Ну давай поборемся. Так ты, блин, а! Пропустил тебя случайно. Ах ты! Да ё-моё! Ну все, ушел. Собака такая. Так, ну у нас пока что больше, по-моему, вторых мест, да? Что скажете? Пока все идет просто замечательно, и даже Райан Купер наконец освоился. Похоже, отказ от, ну, от ночных забав пошел ему на пользу. В его активе уже парочка блестящих побед, и надеюсь, что он продолжит в том же духе. И как я уже говорил пару минут, мы сейчас... так, прошу меня простить на минуту. Да, вот так лучше. Итак, на чем мы остановились? Да, чуть не забыл, наш балбес диджей немного задерживается, поэтому дискотека, видимо, начнется на час. Да, вторых мест больше, на одно. В то же самое время начинается официальный конкурс купальников. Последний заезд. Ну, дай бог, если первым приду, то на очков должно хватить до лидерства. И меня вызовет Рэй Кригер на дуэль. Так, а это, по-моему, самая длинная трасса, это 4 круга будет, насколько я помню. Тоже вот врезалось мне в память. Да, это она, 4 круга. Ладно, потерпим. Да ты что делаешь-то, блин? Ё-моё! Тихо-тихо-тихо!
давайте много, действительно сильных, действительно быстрых гонщиков. Вообще-то не особо попадали, не знаю. Но, похоже, в этом повороте случилось что-то нехорошее. Похоже, гонщики недоволен, очень недоволен таким поворотом событий. Я не знаю, зачем эти торчащие бордюры сделали, борта вернее. Ну видите, повсюду они торчат. Вот, например, желтый, видите, чуть-чуть не вписался и влетел. Да, блин, а, едь ровно. Как это дело не дошло до маленьких царапин? Сколько уже врезались? Тихо. Ребят, ужасные пробуксовки. Очень тяжело, серьезно. Я больше с машиной борюсь, чем с соперниками. Блин, опять он, сволочь, вырвался. Так, леди джентльмены, очередной круг еще немножко пришел. Блин, Чен. Последний круг. Коля, заткнись, пожалуйста. Второе место. Сейчас по-любому не хватит. Нет, конечно, видите, там 5000 очков всего, надо 8 до лидерства. Вот теперь я понимаю фаната Брайана Купера. В этот уикенд G-Effect он был просто неотразим. И если бы он победил один раз, тут два, это могло бы быть просто везением, но сейчас мы видим, что этот парень и вправду талантлив. И сейчас я хочу... Вау, что это? Кто за... Да, пардон, и вот что я хочу вам всем сказать. Вот. Леди джентльмены, прошу вас немедленно покинуть стартовую зону. Нам дорого ваше здоровье. Прошу меня простить, леди джентльмены, безотлагательное дело. Похоже, меня вызывают в оргкомитет G-Effect. Это Роджер Иванс, и услышимся через пару минут. Давайте вот это попробуем побить.
Я извиняюсь за свои эмоции, конечно, но, блин, представляете, какое напряжение? Этот Руди Чен. В общем, он жужжит там за задним бампером, и вот нервничаешь, едешь. Я с удовольствием отвечу, что сегодня с нами больше как команды Green Runner. Я с нетерпением жду его выступления. Думаю, да нет, я уверен, что скоро вы меня поймете. И вот он старт. Да, наверное. Должен сказать вам, дорогие друзья, что в эти машины вложено очень много труда. Но, как бы там ни было, тебя ждет серьезное испытание. Сигнал подан, моторы ревут, и вот гонщики устремились вперед. За тебя я скорость потерял. Да блин, выравнивайся ты. Безупречно идет Купер. Он выпался вперед на самом финише. И победа достанется нашему Райану Куперу. Здорово, улучшил. Господи, ребята, первое место с огромнейшим трудом я добился.
Скажу я вам, последний заезд был попросту восхитительным. Вот он, настоящий трифект. Райан Купер гнал так, будто бы на кону вновь была его тачка. Он уже одержал несколько блестящих побед в этот уикенд, и если продолжит так же, то скоро вырвется в лидеры. И сейчас я хочу всем вам сообщить, что... Немножко не хватило. Слушай, ну передай, в 6 примерно все кончится, ага. Да-да-да, в 6. Так, пардон, я отвлекся, и давайте продолжим. Давайте вот это переиграем. Ага, бригада судей как раз расчищает трассу. Как известно, на такой скорости даже самый маленький камешек набирает энергию пули. Он пробивает шины и может стать причиной аварии. Именно поэтому крайне важно, чтобы на трассе не было никаких лишних предметов. На всякий случай напоминаю, зовут меня Роджер Иванс, и именно я рассказываю вам, что же происходит на сегодняшних гонках G-Effect. Ну а сейчас у нас настало время... Ага, пришло время обеда. Скоро вернусь. Правильно. Приятного аппетита, Николай. Давайте попробуем побить вот этот заезд на время. Да, на поврежденном автомобиле. Всего ничего, в принципе, не хватает очков для лидерства. И сейчас мне нужно кровь из носа первое место. Господа и дамы, скажу я вот что. Откровенно удивил, да. Заезд получается весьма любопытным. У меня второе место. Ладно, дальше. Но в этом повороте явно что-то неприятное, скажу я вам. И потому как он едет, машина серьезно пострадала. Да, это уменьшает его шансы на победу. Не улучшил пока особо-то. Что, в общем-то, неудивительно. Ну, а у нас последний продолжение следует. Ждите, скоро все решится.